кому предъявлять иск. Хаджа наловил перепелов, ощипал их, зажарил и, закрыв кастрюлю крышкой, пошел звать гостей, чтобы заткнуть рот всем, кто называл его плохим охотником. Тем временем пришел кто-то к нему и, взяв жареных перепелов, положил вместо них живых, а сам ушел. Собрались приятели, Хаджа поставил кастрюлю на стол и только поднял торжественно крышку, перепела встрепенулись и улетели. Хаджа, удивленный, смотрел разинув рот, а потом произнес: «Господи, предположим, ты возвратил перепелам жизнь и возвеселил миловидные создания. Ну а мое масло, соль, перец, специи, дрова, деньги, труды мои, с кого мне все это взыскать?»